В настоящее время большое внимание уделяется такому направлению, как поддержка молодых семей. Государство и местные власти прилагают максимум усилий, чтобы молодые люди жили достойно и строили свое настоящее семейное счастье. В минувшую среду в кабинете главы района состоялось торжественное вручение сертификатов на жилье молодым семьям. Церемонию вручения проводили глава района Заур Хамирзов и специалист отдела по социальным вопросам Аслан Карданов. 9 молодых семей получили свидетельство о праве на получение дополнительной социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального строительства. Всего на оказание помощи молодым семьям было выделено 6 469 632 рубля на условиях софинансирования из местного, республиканского и федерального бюджета. Улучшите свои жилищные условия. В дальнейшем, вот как мы помогали, так и будем помогать. Заур Хамирзов убедительно попросил использовать средства по назначению. Было приятно видеть радость на лицах молодых людей, ведь теперь у них есть все возможности создавать свою уникальную семейную историю.